Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим нежные блинчики на сыворотке. Для приготовления нам потребуется 700 мл молочной сыворотки, 350 грамм муки, сахар, соль, одно яйцо, ванилин, пищевая сода, немного растительного масла и немного сливочного масла для смазывания блинов. Начнем с приготовления теста. В миску наливаем тепленькую сыворотку. Не горячую, но комнатной температуры. Добавляем пол чайной ложечки соли, столовую ложку с горкой сахара, немножко ванилина, ванилин по желанию. Добавляем, выбиваем яйцо. Добавляем 5 столовых ложек растительного масла. Всыпаем муку. Добавляем неполную чайную ложечку соды. Чуть больше половинки. И при помощи миксера замешиваем однородное тесто без комочков. Все, тесто готово. Даем ему отдохнуть минут 10. Когда тесто отдохнет, можно приступать к жарке блинчиков. Разогреваем сковородку на среднем огне. Чтобы пожарить блинчики по этой рецептуре, сковороду смазывать маслом не нужно. Может быть, только в первый раз, когда жарим первый блинчик. Жарим блины до румяности с обеих сторон. Блинчики на сыворотке получаются, конечно, не такие тоненькие, как приготовленные на молоке, но они очень нежные, мягкие и вкусные. Когда блинчик зарумянится с одной стороны, переворачиваем его и зарумяниваем его со второй стороны. Готовые блинчики снимаем на тарелку и смазываем их растопленным сливочным маслом. Я надеюсь, что вам понравятся такие блины. Приятного чаепития и пока-пока!